Друзья, всем привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня продолжаю рубрику новогодних праздничных рецептов и предлагаю вашему вниманию рецепт бутербродного торта. Торт получается очень вкусным, приготовление не займет у вас много времени, он отлично и презентабельно смотрится на столе. Рецепт придуман мной, ну а идею по украшению, вернее ее элементы, я нашла на сайте Pinterest. Итак, давайте посмотрим, какие ингредиенты нам сегодня понадобятся. Для приготовления бутербродного торта, естественно, мне понадобится хлеб. Я буду использовать 250 граммов вот такого вот хлебного мякиша. Здесь 5 белых хлебных листов. Если у вас нет таких хлебных листов, берите обычный белый хлеб квадратной или прямоугольной формы. Отрежьте корочку. Самое главное, чтобы хлеб не был слишком воздушным. Вам понадобится 10 хлебных кусков. Не советую вам брать воздушный белый хлеб, потому что торт будет плохо держать форму и вам сложно будет намазывать начинку. Мне понадобится 300 граммов салатных креветок. Они у меня уже были заранее приготовлены, я их только разморозила и обсушила бумажным полотенцем. 4 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки мелко нарубленного шнит-лука, или можно взять лук-перо, также оранжевые и красные перцы, примерно по 1/2 части перца, я его мелко нарезала кубиками. Также понадобится 2-3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, небольшой пучок укропа, я его мелко нарубила. А также понадобится сыр Филадельфия 400 граммов. Или можно взять любой другой крем-сыр. Соль и черный перец добавляем по вкусу. Давайте приступим. Приготовлю начинку. В миску кладу сыр Филадельфия. Добавляю чеснок, пропущенный через пресс. Оранжевые и красные перцы. Шнит-лук и укроп. Также добавлю сметану. Соль и перец добавляю по вкусу. Все перемешиваю. Чтобы легче было собирать торт и он не ерзал на тарелке, смазываю дно немного начинкой. Кладу хлебный лист и немного придавливаю пальцами. Далее кладу начинку и равномерно ее распределяю. Старайтесь делать так, чтобы начинки хватило одинаково для всех хлебных листов. Последний слой начинкой смазывать я не буду, а буду использовать дополнительно крем-сыр. Далее сверху кладу креветки. Вы можете вместо креветок использовать любое мясо, любую рыбу, в любом варианте будет очень вкусно. Обязательно нужно придавить сверху лопаткой, для того, чтобы бутербродный торт хорошо держался. Какую бы начинку вы ни использовали, рыбную или мясную, ни в коем случае не делайте большими кусочки, иначе торт будет плохо держаться вместе. Накрываю другим листом и процедуру повторяю. Последний слой я смазываю крем-сыром, который я взяла дополнительно. Для этого крем-сыр я отправила на 20 секунд в микроволновку, чтобы он стал мягким. Либо можно его подержать при комнатной температуре где-то 1 час, чтобы он стал мягким, тогда размазывать его очень легко. Смазываю как верх торта, так и бока. Украсить торт вы, конечно, можете по своему желанию. Я буду украшать с помощью помидоров черри. Они у меня 4 цветов: красные, розовые, оранжевые и желтые. Мне очень нравится такое сочетание цветов. Оно отлично и ярко смотрится на праздничном торте. Далее я беру листочки мяты. Можно взять также листочки базилика, тоже будет очень хорошо. И украшаю.
И бока я украшаю с помощью шнит-лука. Шнит-лук я разрезала на три части. И кусочки шнит-лука без труда приклеиваются к торту. Торту лучше хотя бы 1 час настояться в холодильнике, но даже без этого он без труда и очень легко режется. Он у меня не стоял в холодильнике ни секунды. Как только я его приготовила, сразу разрезаю и вам показываю. На мой взгляд, бутербродный торт получился очень ярким, красивым, красочным. Слои прекрасно просматриваются, и поверьте, торт очень вкусный. Какую бы вы начинку ни использовали, в любом варианте будет вкусно, я в этом просто уверена. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита и с наступающим Новым годом! До новых видео, всем пока-пока!